предложение дня телеканала Шоп-н-Шоу и бренда Energy. Это сегодня духовка, фритюрница и аэрогриль, потому что именно этот любимое устройство, вот такой космический корабль, будет готовить быстрее, сочетать себе эти устройства. А самое главное, что именно сегодня вы будете кушать, как в ресторане. Книгу рецептов вы получаете в подарок, бесплатную доставку, и буквально 20-15 минут и готовится будет все. А вот как? Оленька Гридунова уже проверила. Три в одном, Леночка, это здорово. Так. Ну вот представь, фритюрница огромная, ага, гриль точно тоже поставить нужно. Или духовка. Да, вот эти три прибора немного пространства занимают. Три в одном в аэрогриле от бренда Energy. И духовка здесь, и фритюрница здесь, только без масла, и полноценный гриль. Так, смотрите, друзья, прямо сейчас покажу вам на примере, да? Здесь мы приготовили куриные крылышки на гриле. Боже, аромат какой чудесный, невероятно вкусный. И обрати внимание, Леночка, они полностью все прожарились. Видишь, со всех сторон обжарились, мы их не переворачивали. Они там сами сейчас готовятся. Расскажешь. Так. Да. Далее. Вау, картошка фри, но только без масла. Они не бултыхаются, наши картофельные, в масле. Они готовятся здоровым образом. Посмотрите, так, какая красота. Ой. То есть это еще и фритюрница. Обожаю фри. Готово? Так, готово. Это самое вкусненькое, самое наше любимое. Выпечка, круассаны. Да. Пышные такие, румяные круассаны. Буквально за несколько минут, каждое утро. Как знаете, кусочек Франции будет на вашей кухне. Итак, друзья, смотрите, сегодня вы приобретаете три в одном от аэрогриля Energy. Вот знаешь, вот со всех сторон все идеально прожаривается, потому что это конвекция. Так. Ты знаешь что-нибудь про конвекцию? Слушай, ну я знаю, что, как правило, если конвекция есть в духовке, то это всегда дороже. То есть это как дополнительная, самая сильная функция. Вот абсолютно верно, да. И вот конвекционные печи, они всегда дороже, потому что они вкуснее готовят. То есть со всех сторон вообще, да. 360 Знаешь, градусов. У меня не раз было такое, когда я готовлю что-нибудь вкусное, да, особенно когда, я помню, гости приезжали, и я мясо кусок большой запекала, и у меня сухое мясо получилось. Нет, ради приличия все, конечно, по кусочку попробовали, многие не доели, но потому что сухое мясо, сама понимаешь, запивать надо. Ну, в общем, такая ситуация, конечно, не очень приятная у меня получилась. Но если мы готовим в конвекции, посмотрите, друзья, мясо всегда получается сочным, идеальным, пропеченным. Оно не может получиться ни сочным, ни каким-нибудь сухим. Так что, если вы любите готовить сочное мясо, если вы предпочитаете готовить идеально, тогда непременно нужно готовить в аэрогриле Energy, потому что здесь у нас конвекция. То есть смотри, если готовим на плите, например, да, на сковороде, раз поджарили мясо, потом перевернули с другой стороны, потом крышкой прикрыли, там все томится. Несколько действий, отойти нельзя. Здесь все само готовится, то есть вокруг еды теплый воздух вертится, крутится. Представляете, идеально. Оленька, а еще для меня вот тоже огромный плюс. Я понимаю, механическое управление, я все вижу, прокручиваю легко и просто, да? И все плюсы, да, картинки. То есть я понимаю, что справится даже я. Потому что, как правило, я сижу, разбираюсь в инструкции. Ой, я не люблю инструкции. Ну, я тоже не люблю. Никто не любит инструкции. Здесь два тумблера. Посмотри, Леночка, вот здесь подсказки, видишь? Здесь у нас нарисованы картинки, подписаны эти картинки. Сейчас вот мы покажем. И сколько градусов? Сразу. Да, и сразу сколько градусов. Здесь даже можно размораживать продукты. Видишь? Вот если, например, не успели разморозить мясо для супа, здесь тоже можно в аэрогриле разморозить. И здесь подсказки, видите? Давайте вот так вот развернем, покажем, да? А сколько градусов нужно выставлять и какая температура для того или иного блюда. Дальше, смотрите. Подсмотрели, установили, включили, все само по себе включается автоматически, а когда все закончится, дзинь, мы пришли и поели. Мои хорошие, это бестселлеры и сохраненные цены 2019 года. Это приятный бонус. 7000 аэрогрилей были проданы у нас еще 2,5 месяца назад, когда мы представляли этот аэрогриль Energy. Он у нас заканчивался, его долго не было в эфире. И сегодня мы готовим с телеканалом Шоп-н-Шоу, а самое главное, книгу рецептов вы получаете еще в качестве бонуса. Поэтому самое главное, да, такое вкусное приготовление еды. Посмотрите, издалека покажу. Но самое лучшее то, что вы вот такую малышку, помощницу, духовку, фритюрницу, аэрогриль перевозите с собой на дачу. Вы не стоите на готовке, да? А это быстро все готовится. Но самое главное, у вас нет огромного количества устройств, и вы заботитесь о своем здоровье. Потому что здесь даже картошка фри, она готовится без масла. Это просто уникально, потому что у нас, как
подарок просто, вот знаешь, как картошка фри, как подарок, и что-то вкусное такое, особенное, вот, допустим, крылышки, да, для того, чтобы они были жирненькие, да, для того, чтобы они везде пропекли, вот как у нас сочные, естественно, масло, по идее, нужно добавлять конечно, везде. Конечно, здесь можно вообще без масла, но я тебе сейчас расскажу вот рецепт этих крылышек. Мед, соевый соус, обязательно имбирь молотый, ну, соль, перец по вкусу, можно соль уже не добавлять, потому что соевый соус, но я иногда чуть-чуть добавляю. Все, немножечко, час-два ждем, чтобы все это промариновалось, потом обжариваем, да, в нашем аэрогриле и сверху подсыпаем вот эти замечательные кунжутные семена. Все, получается очень бомбическое вкусно. Блюдо, как в ресторане. Это слышь, гриль, вообще. Посмотри, гриль. Причем, вот обратите внимание, сколько крылышек мы сюда поместили, мы их друг на друга на положили, но они полностью все прожарились. Да, и удивительно, что действительно для всей нашей семьи это будет, ну скажи мне, пожалуйста, вот правда, то есть получается, что 360 градусов конвекция работает, и она как выпаривает все масло, да, что ли? Да, она сохраняет, нет, смотри, все масло здесь стекает, вот посмотри, видишь, здесь какая интересная конструкция, но она, знаешь, выполняет сразу две функции. Во-первых, вот эта чаша, так, если ты обратишь внимание, плотно не прилегает к бортикам и, соответственно, к донышку тоже. И сквозь вот эти отверстия, и по бокам тоже, видишь, есть отверстия, вот, тут циркуляция воздуха происходит. А сквозь нижнее отверстие еще и дополнительная функция. Протекает, стекает весь жир. То есть не бултыхаются котлетки и мясо в жиру, а жир лишний уходит. Сейчас я покажу, сколько жира осталось бы в еде, если бы мы готовили просто на сковороде. Вот тебе и раз, посмотри. Вот это как да. Тебе, а? И это все бляшки на сосудах, и это весь холестерин. И вот этого так не нужно. Представляете, как вы будете заботиться о своем здоровье, когда она работает, а вы, собственно, занимаетесь своими делами, и она вкусно готовит. Ну-ка, давай вот по картошечке давай, возьмем. Давай, давай, давай. Вкусняшки. И ты сейчас вот скажи мне, обожаю. Закрой глазки. Есть ощущение, что это картошка приготовлена, ну, в Макдональдсе, например, в каком-то ресторане, а? Да, только там она за деньги, а здесь, получается, она для нас ее приготовила. Слушай, так вкусно, мне никогда не получалось, чтобы она хрустящая была и без масла. Без масла, абсолютно. То есть здесь не нужно фритюр, обычно это полбутылки масла, там бултыхается все это, а потом поджелудочно у нас начинает болеть. Никакого масла не используется. А выпечка какая, боже, какие ароматы, это все готовить будете вы, благодаря аэрогрилю, духовке и фритюрнице. Бесплатная доставка только сегодня. Не забывайте, карта Prime. Сегодня ее также можно купить со скидкой.